Помощь. Андрей Петров, почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Как решить эту проблему, если налево бегать не хочется? Не нужно рассматривать женщину как станок, который называется козел, который используют в гимнастические, как гимнастический снаряд. Сори. И не нужно это использовать как гимнастический снаряд. Женщина не мясо. У женщины есть душа. У женщина цветок. В случае, если вы мужчина, восхищайте, чтобы она видела. Говорите, как она вам нравится. Обнимайте ее, гладьте ее, и это будет, и у нее навсегда перестанет болеть голова. Она всегда будет. Что хочет женщина от своего мужчины? Она хочет, чтобы он говорил ей слова о том, как она ему нравится. Почему? Я вам открою тайну. Каждая женщина с самого своего рождения, даже самая красивая, постоянно нуждается в том, чтобы ей кто-то доказывал, что она красивая. Если ей не доказывают, что она красивая, она себя заклевывает и считает, что она некрасивая. Именно поэтому, какая бы красивая женщина ни была, ей необходимо все время подтверждение. Подтверждение детей, подтверждение родственников. Это как некая... Как мужчине нравится смотреть на женщину, так женщине хочется, чтобы ей все время говорили комплименты. Ну и если вы муж ее, то вы должны их говорить больше, чем все остальные люди. Ты моя зайка, ты мое солнышко, такая сегодня красивая. Ой, какой у тебя особенный взгляд, какие у тебя потрясающие сегодня волосы. Я забыл тебе сказать что-то очень важное. Что же это, что у нас денег не будет? Нет, я тебя очень искренне люблю, потому что мне судьба дала такую прекрасную женщину, как ты, такую красивую. Вы даже можете скрестить пальцы, если вам не нравится. Главное ей это сказать. И поверьте мне, дальше будет все очень хорошо. А если с самого утра начинается у тебя там, и ты не пожарила, ты не наварила, ты не сделала, да что же это такое, что такая тупая вообще, когда ты начнешь зарабатывать, у нас все плохо, сколько может это продолжаться, задолбала, ты дома находишься, не могла полы убрать, почему полы не блестят, почему ты не умеешь готовить, да твоя мама какашка, твой отец вообще тупой олень и так далее. И после этого я, любимая, я созрел, у меня там все, либидо появилось. Что же мне теперь делать? Ничего. Я бы тоже не дал, если был бы женщиной вообще. Почему? Как такое может быть? Это для мужчин все равно, если им говорят, ты тупой олень. Он через полчаса не забывает, об этом забывает. А женщина помнит. Женщину нельзя оскорблять и говорить ей что-то плохое, что касается ее внешнего вида. Не смейте этого делать, не ломайте эти бедные души человеческие, они хорошие, правда. Не нравится вам, знайте, чем красивее женщина, тем больше муж зарабатывает. Во многом красота зависит еще и от того, что мужчина может предложить этой женщине. Он может ей предложить спать дольше, у нее будут глаза красивые. Он может ей дать возможность одеваться красиво, она сможет конкурировать рядом с другими женщинами. Он освободит ее от детей, она больше начнет заниматься внешним видом. Вы же поймите, женщины, они преданные. Женщина, она преданная, потому что она должна быть по природе, эволюционном таком... в эволюции людей, она должна быть преданной. Почему? Женщина предана, и это особенность ее. Если бы женщины с легкостью предавали, то тогда они бы могли во время рождения ребенка с легкостью его предать, и мир или поколение людей на этом бы закончилось. Не смогли бы рождаться люди. А так женщина, она верна своему ребенку, она верна его вскармливая, она верна и в тот момент, когда он растет, это по-честному, это верность, понимаете? И поэтому женщина, несмотря на то, что там плохой мужчина, хороший, и даже несмотря на то, что очень часто это не самые лучшие представители общества людей, эти мужчины, они все равно остаются верными, они душой остаются верными и так далее. Но они верные женщины. Неверные женщины — это те женщины, которые понимают, что они не нравятся мужчинам. Женщина только одного хочет. Она хочет постоянно нравиться своему мужчине. Она хочет только одного, чтобы он в ней признавал ту женщину, которой можно восхищаться, и ту женщину, которую можно любить. Конец. А секс? Ну а что секс? Секс — это потом. Секс — это потом. Будет восхищение, будет у вас полно секса. Не будет восхищения, не будет не полно секса.
А еще, мужчины, мойте ноги перед сном и попы тоже. И тогда будет у вас больше шансов. Иногда мужчина ложится, и даже на расстоянии несколько километров от него пахнет. Вообще, мужчину можно понять. Он устал, он целый день работал и так далее. Но если вы ложитесь с женщиной, которую вы любите, доказательством вашей любви может быть посещение душа. Бывает и так. Я иду на ночь, бреюсь. Почему? Люблю жену. Почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Ответ дан сполна, по-моему. Не знаю, может быть, я не прав. Напишите в комментариях потом. Большое вам спасибо за то, что оставили комментарии к видео, трансляции, которая была в прошлой пятнице. Данное видео набрало 59 тысяч человек. 59 тысяч комментариев и 1 тысяча комментариев, за счет этого оно набрало 59 тысяч просмотров. Ну, большое вам за это спасибо. Теперь это видео смогут увидеть огромное количество людей. Оно как бы, как это называется, индексируется. Оставляйте под видео комментарии. Это дает мне силы в дальнейшем проводить вот такие видео.